Вот только вчера рассказывал я о том, что 70 миллиардов рублей государство тратит на содержание наших театров. 70 миллиардов рублей. И вот сегодня вижу, как Константин Богомолов, наш прославленный режиссер, обращается к любителям театра, к поклонникам, фанатам, чтобы они немножко скинулись и помогли ему с мебелью. Нет, не для него, не там, не на дачу, не в квартиру Ксении Анатольевны Собчак, которая, кстати, недавно похвасталась тем, что купила колечко себе за 600 миллионов. Угу. Вот, просит помочь театру мебелью. Ну что, театралы, надо как-то скидываться. Все-таки 70 миллиардов в год недостаточно для наших театров. Поможем, чем можем. Вы деспот в работе? Да. Это природа или это навык у вас? То есть вот в эту деспотичность, это природа, жесткость? Это природа, оформленная уже в определенные технологии. Mm-hmm.